بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дорогие телезрители, Всевышний Аллах в своем заключительном послании к жителям земли, в священном Коране, обращается ко всему человеческому роду со словами: «Я, айюха ан-насу, таку раббакум, аллази халакакум мин нафсин вахида, ва халака минха зауджаха, ва басса минхума риджалан касиран ва нисаа, ва таку Аллаха, аллази тасаалуна бихи, валь архам, инна Аллаха кана алейкум ракиба». О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души, затем создал ей пару и распространил от них обоих по земле множество мужчин и женщин. Бойтесь вашего Господа, именем которого вы заклинаете друг друга, и бойтесь порывать родственные узы, ибо поистине Аллах наблюдает над вами. Все мы с вами созданы одним Творцом, нашим Всевышним Господом. Все мы с вами произошли от одной души и созданы из нее же пары. Мы – дети одного мужчины, Адама, и одной женщины, Хавы, Евы. О, если бы мы не забывали о нашем едином Боге, служении Ему и следовании установленным им путем. О, если бы мы не забывали о том, что берем свое начало от одного общего прародителя. Сегодня мы начинаем с вами цикл передач, посвященных проблеме задуматься, о которой нужно каждому. Поистине, стабильность, благополучие и безопасность. Эти вещи представляют собой важный аспект человеческого бытия. Работать, учиться, создавать семьи и воспитывать детей, полноценно исповедовать религию – все это напрямую связано с наличием в обществе безопасности и мира. Вот почему так насущно для нас, жителей Украины и Крыма, стоит вопрос о сохранении мирного сосуществования между представителями различных народов и вероисповеданий. Нет никакого сомнения в том, что нам нужно уберечь нашу страну от кровопролития, от смуты, от межконфессиональных стычек. Да, мы имеем разные убеждения, принадлежим к разным народам, но это не должно помешать нам воспрепятствовать невеждам и злопыхателям, которые желают разрушить толерантное сосуществование разных групп на одной общей земле и разрушить мирные отношения между всеми нами, желают пошатнуть наш общий дом. Религия ислам зиждется на милосердии и справедливости. Она защищает любого человека, какой бы национальной или религиозной группе он ни принадлежал, от посягательства на его неотъемлемые права. Благородная религия ислам установила блестящие принципы, на которых должны строиться взаимоотношения между представителями разных религий. К сожалению, культура мирного сосуществования, которой научили человечество Коран и Сунна, эта культура не познана, не понята или же забыта сегодня многими. Между тем, ее возрождение необходимо для нас, чтобы наш общий дом, Крым и Украина, оставались примером стабильности и благополучия, наперекор всем недоброжелателям и несмотря на ухищрения недругов. Мы очень надеемся, что наша передача заставит людей, жителей Украины и Крыма, задуматься о том, что каждый из нас обязан внести свою лепту в
поддержание мира и добрососедства в нашем краю. Мы также надеемся, что передача поможет разрушить неправильные представления о пречистой религии ислам, представления, которые сложились не только у подавляющего большинства немусульман, но и у многих из тех, кто относит себя к мусульманам. Мы хотим, чтобы люди поняли, что ислам – это не религия террора и угнетения, а дар Всевышнего. Дар Всевышнего, призванный вывести человечество из мраков к свету, обеспечить людям счастье в этом мире и в мире вечном. Это религия, которая призывает к праведности, искренности, благодеяниям, справедливости, милосердию и призывает отказаться от безбожия, несправедливости, бесчинства и вероломства. Мы надеемся, что сами мусульмане осознают истинные принципы и дух своей религии, и что те из них, которые думают, что можно строить свои взаимоотношения с соотечественниками иноверцами на основе обмана, угнетения, вероломства, посягательств на их честь и имущество, поймут, что находятся в глубоком заблуждении, что своими представлениями и поведением они дискредитируют мусульманскую общину, ставят под угрозу возможность спокойно жить, свободно поклоняться Всевышнему, исповедовать ислам. Они способствуют закреплению дьявольского мифа о том, что ислам – религия притеснения и кровожадности, основанная на вероломстве, бесчеловечности, поощряющая покушение на незыблемые человеческие ценности. Как уже было сказано, все мы произошли от одной души. Являемся потомками одного человека, Адама, мир ему. Всевышний Создатель предоставил Адаму и его потомству особое положение. Возвысил человека и дал ему превосходство над другими творениями и почтил его перед остальными мирами. В Священном Коране Всевышний сказал: «Валякад каррамна бани Адам, вахамальнахум филь барри валь бахр». وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Мы, Аллах, почтили сынов Адама и позволили им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им великое преимущество перед многими другими творениями. Итак, ислам указывает на необходимость считаться с человеческой личностью и относиться к ней особо, исходя из самой ее природы и того высокого предназначения, которое отведено человеку, выполнение роли наместника на земле. И необходимость такого рода уважения к человеку не зависит от цвета его кожи, его национальности, его социального, культурного и материального положения. Великий Коран и благородная Сунна подчеркивают недопустимость угнетения, притеснения, лишения свободы и дискриминации кого-либо из-за его расы, цвета кожи, национальной принадлежности и так далее. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснял, что дискриминация по принципу расовой принадлежности или национальности является пережитком времен невежества и несовместимо с исламом. В день вхождения в Мекку посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к людям с проповедью, в которой сказал: «Я айюхан нас, инна Аллаха кад азхаба анкум убийята аль-джахилия, ва та'азамаха би абаиха фаннасу раджулан, баррун такиюн каримун аля Аллах, ва фаджирун шакиюн хийюн аля Аллах. وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمْ وَخَلِقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ. О люди, Аллах запретил вам проявлять племенную заносчивость времен невежества и кичиться своими предками. Поистине все люди делятся лишь на две группы. Благочестивые и богобоязненные, которые почтенны у Аллаха, и грешные, нечестивые и злосчастные, которые для Аллаха ничтожны. Все люди – сыны Адама, а Адам создан из праха». Сказав это, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочел такие слова Кур'ана: «Я айюханнас, инна халакнаку мин закарим ва унса,
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. О люди, воистину мы, Всевышний Аллах, создали вас из одного мужчины и одной женщины и сделали вас различными народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И самый почитаемый перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный. Воистину Аллах знающий, ведающий. В другой своей проповеди пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я айюханнас, аля инна раббакум вахид, ва инна абакум вахид, аля ла фавля ли арабиин аля аджами, ва ла ли аджами аля араби, ва ла ли ахмар аля асвад, ва ла ли асвад аля ахмар». «Илля биттакуа абаллагд». «О люди! Поистине ваш Господь един, и ваш праотец един. Нет предпочтения арабу перед неарабом и неарабу перед арабом. Так же, как нет превосходства белого человека над черным и черного над белым, превосходство одних людей над другими может быть лишь в богобоязненности. Довел ли я до вас?» В этих предложениях содержится ясное указание на то, что разница между людьми, которая имеет значение, это разница в богобоязненности. Чем больше человек страшится Всевышнего, тем он достойней, к какому бы народу или расе он ни относился. Однажды под влиянием националистических чувств чуть было не возник конфликт между мухаджирами и ансарами. Один из ансаров крикнул: «О, ансары, ко мне!» Один из мухаджиров крикнул: «О, мухаджиры, ко мне!» Услышав это, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Оставьте эти призывы, они издают зловоние». История в различные века и в различных местах реально доказала существование в исламском мире двух явлений. Первое – отмены классовости и кастовости в обществе. Второе – предоставление различным конфессиям и их последователям свободы убеждений, отправление ритуалов и пользование гражданскими правами. Целый ряд западных интеллектуалов обратили внимание на наличие этой человеческой ценности среди ценностей, исповедуемых исламом, и отозвались похвалой в его адрес. Примером может служить высказывание известного британского историка Арнольда Тойнби. В своей книге «A Study of History» он пишет: «Братство между различными расами в исламе – это не только теоретические заявления, а практическая реальность мусульманского общества». Австрийский востоковед еврейского происхождения Леопольд Вайс писал: «Нравственная система ислама и его представление о моральном, социальном, личном поведении человека, безусловно, выше и совершение таковых в западной цивилизации. Ислам отменил неприязнь между людьми и открыл дверь к братству и равенству между ними». Рой приводит слова Драйпера: «Только ислам смог впервые внести идею равенства в жизнь человеческого общества». А индийский мыслитель Рамасвами писал: «Я исповедую индуизм и являюсь его рьяным поборником, но вместе с этим я вынужден признать, что моя религия, несмотря на ее основную философию, потерпела поражение в практическом осуществлении идеи человеческого единства. Нет ни одной религии, какими бы ни были ее теоретические принципы, которая смогла бы практически осуществить основную идею равенства людей перед Богом, кроме ислама». На справедливости и истине держатся небеса и земли. Ислам самым настоятельным образом требует от своих последователей соблюдения справедливости и отказа от притеснения окружающих, от попирания их прав, какую бы религию они ни исповедовали и к какой бы национальной группе они ни относились. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил о том, что Всевышний Аллах сказал: «Я ибади инни харрамту зульма аля нафси ва джальту бейнакум мухаррама фаля тазаляму». «О мои рабы, я запретил несправедливость самому себе и сделал ее запрещенной для вас. Так не притесняйте же друг друга».
я обязан указать на то, что сосуществование с немусульманами, основанное на принципах справедливости, отказе от угнетения и тирании, является абсолютной ценностью ислама и должно быть обязательным атрибутом любого мусульманина. Установление справедливости среди людей – это та цель, ради которой Всевышний Господь направил своих посланников и ради которой низвел людям священные писания – Тору, Евангелие, Коран. Аллах сказал: «Лякад арсальна русалана биль байинат, ва анзальна маахуму аль-китаба валь-мизана лиякума ан-насу биль-кист». Мы, Всевышний Аллах, отправили наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости. Все божественные послания ясно указывали на обязательность соблюдения среди людей справедливости, недопущение попирания чьих-либо прав и воспрепятствование тем, кто чинит беззаконие. Получить к себе справедливое отношение – это право каждого мусульманина, праведного и грешного, и право каждого немусульманина, живущего с мусульманами. Подданные исламской страны, исповедующие ислам, никогда не имели абсолютно никаких привилегий в суде перед подданными немусульманами. Более того, судья, кадый, даже не имеет права спрашивать у истцов и ответчиков о том, какую религию они исповедуют. Потому что ислам хочет исполнения справедливости не только в отношении мусульман, но и в отношении людей вообще. Как о том сказано в аяте, который мы привели. В книгах по толкованию Корана, в частности у Аль-Багави и у других, сообщается, что во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, произошел следующий случай. Человек, относящий себя к мусульманам, впоследствии выяснилось, что он лишь прикидывался мусульманином. Как бы то ни было, этот человек по имени Тама ибн Убейрик совершил кражу в одном из домов Медины. Украденная вещь находилась в мешке, в котором оставалось также немного муки. Мешок имел небольшие дыры, через которые мука все время сыпалась на дорогу. И таким образом вор оставлял за собой след, сам о том не подозревая, потому что дело происходило темной ночью. Добравшись до своего дома, Тама забросил мешок во двор к своему соседу иудею по имени Зейд бин Ас-Самин. Утром хозяева украденной вещи обнаружили пропажу, начали поиски, увидели след. След в виде просыпавшейся муки, который вел к дому Тама. Пойдя по следу, они пришли к дому Тамы, обвинили Таму в краже. Однако тот, испугавшись позора, стал клясться в своей невиновности и указывать на соседа иудея. Поскольку мешок был заброшен во двор к иудею, то подозрение пало на него. Но иудей также стал отрицать свою причастность к краже. Тогда родственники Тамы отправились к пророку, да благословит Аллах и приветствует, и стали вероломно клясться в невиновности их брата, требовать от пророка защитить их брата от позорных обвинений, и стали говорить, что виновным является иудей, и что наказание должен понести он. Выслушав их, пророк уже почти склонился к тому, чтобы поверить им и наказать иудея Зейд ибн Ас-Самина за воровство. Но тут Всевышний Аллах отправил к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, архангела Джибриля, ниспослав через него 9 коранических аятов, раскрывавших истину и оправдывавших иудея. В этих аятах Всевышний Аллах сказал: «Инна анзальна илейка аль-китаба биль-хак, литахкума бейна ан-наси бима арака Аллах». Мы, о пророк, ниспослали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не препирайся за вероломных изменников. Проси прощения у Аллаха, ведь Аллах прощающий, милующий. А также сказал: «Ва йаксиб хатиатан ау исман, сумма йарми бихи бариан, факад ихтамаля бухтанан ва исман мубина». А кто совершил ошибку или грех и обвинил в этом невиновного,
тот взвалил на себя бремя клеветы и очевидного греха. Таким образом, Всевышний подтвердил невиновность Зейда ибн Ас-Самина в совершенном преступлении. Этот случай является собой один из ярчайших примеров проявления исламом справедливости в отношении немусульман. Однако ислам не только строго требует от мусульман справедливого отношения к окружающим, но и одобряет совершение благодеяний. О других примерах справедливого и благочестивого отношения ислама к представителям иной религии, а также о других исламских принципах, которые обеспечивают мирное сосуществование представителей разных культур на одной земле, мы поговорим во время нашей следующей передачи, иншаллах. Да приведет Аллах в порядок все ваши дела и наставляет меня и вас во всех наших начинаниях. Ассаляму алейкум. ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون